Всем привет, с вами Янгер, вы на моем канале. Перед началом просмотра этого ролика не забудь спуститься вниз, поставить лайк и подписаться на канал. А это одна из ваших любимых рубрик «Садовод», где я зову популярных блогеров, которые привыкли за большой бюджет одеваться в дорогие бренды, привожу их на рынок, даю им ограниченный бюджет, ограниченное время и смотрю, смогут ли они так же круто одеться, но уже в других условиях. И сегодня у нас суперкоманда в виде Ани Покров. Привет, Леша, привет. Давно не виделись. За кадром же здоровались. Ладно. Аслан Шукаши. Популярный блогер номер два. И против вас сегодня будет играть команда в лице Сударя. Здорово, здоровались опять. И привет всем. Сабины. Мы вас порвем, короче. Вот так просто вообще. Да, слушайте, вы сейчас будете файт. Давайте музыку вот эту вот играть. Короче, я вам даю сейчас ограниченный бюджет, ограниченную какую-то тематику, которую вы сами выберете. Определитесь, кто из вас их будет тянуть. Тогда давай скинемся просто. Давайте, давайте, мужики. Давайте все. Да не, мужики только. Леш, мы зайдем с Цу-е-фа. Сейчас ты достаешь бумажку, и там будет рандомный стиль. Нашел, вот это не надо. У нас свадьба, чуваки! Свадьба! Даем скорее! Плюс! Все, на пальчик, да! У вас сейчас будет ровно час, ограниченный бюджет. Как думаете, сколько денег я вам дам? Миллион! Тысяча! Он знает меня лучше, тысяча! Какой тысячу? Я вам даю на команду по 10 тысяч. Держи! Свадебное платье, ты знаешь, сколько сейчас стоит, Леша, туфли, фата? Что ты так орешь? После всего мы идем по рынку, спрашиваем 10 рандомных людей, кому они отдают голос. Вот типа, если ваша команда выиграет или ваша, забирает 100 тысяч рублей. Сейчас пошел! Let's go! Просто будем говорить о том, что, ну, как бы мы люди небогатые, нам очень нужно. Как бы мы играем в России. Аслан, подожди, я правильно понимаю, что ты должен быть женихом, а я невестой? Какие там роли еще на свадьбе? Тамада есть. Ну, клоуна на свадьбу точно не пойдет. Можно готическая свадьба. Все любят что? Что все любят хороших... Щенят. Давай оденемся полностью в щеняток. Джинсы по 500 рублей. Ты видел когда-нибудь джинсы по 500 рублей? Никогда, честно. Здесь есть точки, которые полностью там типа люк. Я не была на них, но говорят. Говорят все. Говорят, что именно здесь можно прям идентичную копию какую-то найти. Пока что я не вижу здесь ничего подходящего нам. Здорово! Сюда, сюда! Это одна же блогерша. Я предлагаю мне купить перчатки, потому что людям наверняка вот это не понравится. Да, и нам надо 200 тысяч. Смокингские вот эти перчатки, да? И бабочку! У тебя здесь уже есть связи, получается? Ну, как? Ты здесь должны еще быть. Смотри, во-первых, сейчас зима. Значит, нужна какая-то шубка белая мне еще. Да у нас нет, вот 10 тысяч. Гнаня, ты не разгоняйся. Какая шубка? Не хочу шубу, купи шубу, нет, купи шубу. Тут прям, посмотри, это прям уже ТЦ. Подожди, это уже люкс какой-то садовый. Тут да. Цены-то подороже будут. Вот-вот. Сейчас мы придем, а там трусы 700. Здрасте, извините, не скажите, туалет. Где свадебные платья всякие продают? Так. Я не вижу кольца на твоем пальце. Так, а ну отдай. Все. Все, больше не смотришь на женщин. Нам пипец. Ребят, честно, вы самые быстрые из всех. Мы хотим победить. Мы можем заранее голоса собирать, чтобы у нас их больше накопилось. Это чтобы всегда следить за временем. Насчет часов я бы подумала на твоем месте. Счастливые, кстати, не наблюдают времени, я тебе так скажу. Вы не знаете, где свадебные платья продают? Туда. Туда? Осторожно. Залезай наверх скорее, прыгай. Не успела. Слушай, я уже устал на самом деле. Иди, вот иди, 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 иди. Колечко ей еще. Колечко. Есть тебе колечко уже. Хулиганка, не виси. Реально, гоп-стоп, свадьба. Прикинь. Опа, там костюмы и свадебные вот платья оно. Мы нашли. Здравствуйте, не подскажете самое дешевое платье, которое у вас есть? 25. Долларов, да? Стой, а может посмотри, быть... Посмотри, может быть брачная ночь после свадьбы. Слушай, давайте склеим платье, как у Леди Гаги просто. Здравствуйте, сколько у вас самое дешевое платье стоит? От 20. Я предлагаю, слушай, взять просто какое-нибудь белое платье, но не свадебное. Просто конкретно свадебное, но это же... Ой-ой-ой, нам нужен букет. Давай. Не подскажете, почем вот эта красота? 400? А за 300 отдадите? Нет. Ну ладно. А у вас самое дешевое платье сколько стоит? 20. Ага. Смотри, там есть. Стой. А сколько у вас стоит вот это белое платьишко, которое наверху? 6500? Подешевле есть что-нибудь наподобие?
Ну, там 4 тысячи примерно. 5 еще можно. Слушай, ну 5. Ну, мы можем еще, видишь, вот низ, да? Хулиганка. Размер какой у вас? У меня S. Но размер груди 4. А ты, да, все, сюрпризы. Слушай, где кольцо? Кольцо носи, правильно. Ты давай тогда меряйся, а мы пойдем пока костюм спросим. Самый простой вариант какой у вас имеется? Тогда нам нужны просто брюки, рубашка и бабочка. Блин, я не думал, что так сложно будет со свадьбой. О, вот это реально. Так, смотрите, говорят, что мне нужен еще бюстгальтер, Руслан. Так куда? Нет, все нормально. Как нормально? Ну, нам вот это понравилось. Видите, я вам за 600 там, просто чтобы у вас бюджет, честно, мне неудобно с вами торговаться. Договор, да? Да, вообще кайф. Спасибо прям вам огромное. У нас есть платье! Пока ребята там бегают, я предлагаю вам немного пофантазировать, но вот реально интересно, кто из сегодняшних пар в реальной жизни мог бы встречаться? Я вот типа Аню и Аслана, ну, наверное, не знаю, а вот Сударь и Сабина? Короче, пишите в комментариях, кто, по вашему мнению, мог из них сыграть реальную свадьбу. Девушка, я вас забираю. Нормально? А, да. Прям с носочками, прикинь, вот так вот. Слушай, я, кажется, не прогадал с выбором. Мы сможем одеть меня на 5? Я думаю, сможем, в любом случае. Да. Берем. Берем? Да, берем. Ну, я, наверное, должна переодеть. Давай, давай, иди. А деньги-то у меня. А деньги-то у меня. Давайте я понесу. Деньги, конечно. А, нет. Короче, идея есть. Рубашка, расстегиваем до сюда, я зализываюсь, очки вот так, и все, пиздец, знаю, это охуенно. Смотри. Прям да. Пойдет? Ну, конечно. Типа, вот платье. Повседневно. Да, во. Платье, платье, платье. Вот это красиво. Вот это слишком... Они, наверное, дофига стоят. Наверное, да. А подскажите, пожалуйста, сколько стоит вот это белое платье, которое? 7500. Все, погнали. У нас всего 10. А вот, смотри, а вот. Ну, нормально. Оно, оно тоже, что за скатерть? А вот это очень красивое, но ванили, дорого. А тебе еще что-то надо, Ань? Тебе же еще что-то, наверное, надо. Вот эту штуку, типа, занавеску вот эту. Вау, так это люкс вообще, блин. Ну, на самом деле, да. Руки черные, что делать будем? Ребят, что мы будем делать? Прикиньте, ребят, я потом в этом платье реально замуж выйду. Шартур? Уже можешь не тратиться на платье. Во! Костюмы. Опа. Ой, это, наверное, очень дорого. Это какой-то мистерский, реально. О, вот в идеале вот такое, реально. Простите, пожалуйста, а можете подсказать, сколько костюм стоит? От 6 и выше. Сколько? Нет, это пизд... Зови меня замуж! Это знак! Это Клава Кока! О, натуре! Не зови меня, Зая! Зови меня замуж! Ба! Зови, Зая! Может быть, рубашку просто купить себе, бабочку и штаны? Чисто так по лайту, знаешь? Да. Глянь, какие луки реально модные! Это вот я бы вот так и Мерлин Монро на подиум. Мужские вещи. Смотри, здесь есть рубашки. Это не то, что нужно. Что ему нужно, я не понимаю. Нам, короче, нужно понять, какой ряд именно такой смокингский. Мужские костюмы. Вон, мужские костюмы, пиджаки, пальто. Здрасте. А подскажите, пожалуйста, цены костюмов. От 9. А прям... там от 6 такие же были. А есть такое, типа, что они там какой-нибудь товар выкидывают просто? Да, Слан, вот поройся, пожалуйста. Вот оно. Давай поройся. Ну там вроде ничего не лежит. Еще тут на судоводе прям все как-то боятся камеру очень жестко. Они такие... Да, да, люди прям очень странно реагируют на камеру. Они прям такие, не снимайте меня, не снимайте меня. Ну смотри, ну... Но он стоит 4500. Все костюмы, они одной цены здесь. Да. И все 4500 только. Да. Просто бюджет ограничен. Одни брюки 3500 стоят. Ого. А вот условно, если вот мы за 4 сможем вот это взять? Ладно, тогда на фату не хватит. Ну хорош, парень. В целом норм. Да, но у нас не останется на бабочку и на фату, а это важно. Нет. Да. А вы можете бабочку подарить? Не, ребята, не могу. Нет? Это и так, и так. Хорошо. Блин, честно, это было опрометчивое решение покупать нет. платье а за 6. Просто это прям, ну, не вписывается в наш бюджет. Слушай, тут прям есть хорошие, мне кажется, вариант. Камеру выключаем? Почему? Вас не буду снимать. Камеру выключаем. Почему? У нас разрешение есть. У нас все обговорено. Павильоника мне не надо. Ну тогда не будем к вам. До свидания.
Короче, по секрету вам хочу сказать. Если раньше все хотите видеть эксклюзив, все вот эти вот драки, все, что как нас матюкали, куда-то выгоняли, все, что не вошло в ролик, потому что нельзя вставлять, иначе YouTube снесет это, все будет в Телеграме. Ссылочка в описании. Ну и там я как раз сейчас ищу людей, которые будут сниматься в новом ролике. Если ты подписчик и хочешь принять участие, то я жду тебя там. Слушай, брюки нужны вот такого плана. А сколько у вас такие стоят? Да, вот. 3500. А если наподобие что-то дешевле есть? Зелен дешевле. Нам бы в 2500 уложиться. Нет, 2500 не то. А что-нибудь похуже есть? Да. Похуже мне только вот это. Сколько рубашка может стоить у вас? 5000 дальше место. За 1000? Нет. 5000 рубашка? Нет, месяц рубашка. Месяц рубашкой? Да. Нам бы в 4 хотя бы уложить сумму все. Да. 4800, да, все? Нет, 800. Вот, ладно, посмотрим так. О, а вот это хорошо, мне кажется, будет. Подержи, пожалуйста. Это тоже тебе. И это тоже тебе. Я уже чувствую на себе все тяготы семейной жизни. Угу. Держись ты. И, малышка, здорово, пойдем туда. Офигеть. Едем в казино, брат. Слушай, ну, в принципе, Анна, что там, как сзади, нормально? Да, но мне кажется, именно на 1000 рублей нам нужно атрибуты купить. Я вот так позову. Вы забыли про главный атрибут. Какой же? Они подходят идеально под цвет. Рассчитайтесь, пожалуйста. Спасибо. Сколько у нас времени осталось? 25? Это очень мало, Слава. Так что делать-то? Ё-моё. Ну, если не найдем костюм, возьмем Adidas с бабочкой. А у вас есть белая рубашка мужская, но только недорогая, прям самая дешевая? Давайте, давайте. Не, ну... Ну, в принципе, норм. Быстренько зайдем сейчас, посмотрим брюки. Если нам хватит, мы вернемся к вам за белый рубашку. Фак. Опа. Здравствуйте. Здрасте. А у вас есть самый дешевый какой-то по скидке костюм мужской? А брюки штаны? Да? 1000 рублей. А давайте посмотрим. Давайте вот посмотрим, его размера. Да, брючки. Вот как на свадьбу. Элегантные. Элегантные. Да, она элегантная. Блин, конечно, жилеточку бы нам. Нет, ну уже полдела сделали. Смотри, брюки нашли. Кайф? Ну, кайф. Кроссовки, конечно. Ну, что это такое? Так Слан не мог в туфлях прийти. Я откуда знаю, что мы будем на свадьбу собираться? Ну, подготовился бы. Вот. Ладно, это ваше. Спасибо вам большое. Ой, я чуть тары не утащила у вас, молодой человек. Так бы 2000 взяли. Это вообще какая экономия. Девушка, мы к вам вернулись. Можно побольше такой размерчик. Да, хорошо. Удержаешь, да? Да, да. Чтобы не прям в облипочку. Да. Как наденет свадьба. Свои балахоны вот эти, да? Мы с вами будем самыми красивыми. Надеюсь, что они там не очень собираются. Где? Они? Сударя. Да, по-любому. Они же не очень, да? Им еще скидки на них делают. Они вообще, блин, старые. Казах, да? Да, да, да. Какая-то приветственная скидка там, может, да? Спасибо вам большое. Спасибо большое. У меня только платье, у меня больше ничего нету. Так, блин, да. Ну, блин, да. Фата, ну что-то нужно, я просто в белом платье. Почему ты не думаешь о жене? Да как ты не думаю о тебе? Постоянно тебе думаю. Думаю, сколько денег я на тебя спускаю. А есть у вас фата свадебная? Давай трусы вместо фаты. На голову. Понимаете, у меня просто муж очень небогатый. На фату тебе 500 рублей. Давайте вот отрежем метр. Так, проблема. У нас нет ремня. А у меня нету туфель. Напишите, ребят, в комментариях, выиграла она уже или нет. Ну, по факту же. Ну, посмотрите, ну, красота же. Красота стоит рядом с ней. Я. Как же ей повезло все-таки с мужем. Здорово, малыха. Моя. Испанский стыд жесткий. Я знаю, держись. У нас уже, кстати, трое детей запланировано. Ничего страшного. Ну там поднимемся, чем придумаем. Вот так она собирается, чик-чик-чик. Слушай, он нам предлагал подарок платье подарить? Да. Дочка такая, у них нет денег, но у нее праздник. Может быть, подарим ей что-нибудь? И тетка такая, заткнись. Пойдем посмотрим ремень. Нам нужно ремень за 500. Когда мы заходим с камерами, они такие... А-а-а, 500 тысяч! Ну, да, правда. Ты мне шубу купишь. Ночь у нас с тобой пройдет, наша с тобой? Тогда да. На шубу. Нет! Если секс только после свадьбы, так, то и шубу тоже. Так, секса это первое, даже после свадьбы. А второе, шубу я жду. А я нигде не проигрываю в этой ситуации. Так, нам нужен ремень. Ремень. Если не знаете, где ремни продают? Что сказали? А, такая, что? А? Прямо иди. Зеленый, да, нам нужен? Угу. Заколки, нужны заколки. Смотри,
Там скидки. Где? Дальше. Распродажа рубашки 600 рублей. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Так что мы сэкономили 400 рублей всего? 400 рублей? Это можно было бабочку купить. Слушай, мы тысячонеры. У нас осталось 2000. Руслан, надо бежать. А вот, смотри, рубашки. Опа. О, Господи Иисусе, это что такое? Мне же перчатки нужны. Никаких перчаток. Давай перчатки. Рано, рано. У нас 2000, мы деньги богаты. Деньги всю семью. А может, это лучше? Сок. На сок себя спустим. Вот мужские бабочки. А сколько бабочки у вас стоят? Опа, это надо. Не, ну вообще красный это будет необычно. Чисто такой мистер Пропер. Ну будет необычно. Где взять? У нас нету. Можем 1000 взять. Самая дешевая фото 1500. Может, за 1000 найдем что-нибудь? За 1000. А вместе с гребешком. Спасибо. Спасибо, вы самые лучшие. Спасибо вам огромное. Мы сказали семейного благополучия, всего самого лучшего. Я бы перчатки взял, это реально элегантно. Можно вообще взять лепестки и раскидывать сети. Ребята, там на финишной прямой, а я пока здесь не замерз, хочу вас попросить, чтобы вы спустились вниз, поставили лайк, подписались на канал и напишите в комментариях, кого позвать в следующий ролик и какие тематики добавить еще. 40 тысяч пальцев вверх, мы приедем на садовод и сделаем еще контента. Скоро они там уже оденутся. Алло, пирожок, что звонил? 6 минут у вас. Сабин, на 6 минут осталось. Я нашел тебе заколочки. Тут прям заколочный рай какой-то. Я его заберу, хорошо? Все. Все, невидимки спасибо. Берешь? Спасибо, да. Денежку дал? Да. Все, спасибо большое. Вы все сделали? Какой гусь. Купи гуся. И вот это купи. И вот это купи. Хочешь гуся? Да, все купи мне. Купи все. Здравствуйте, а почему у вас гусь самый большой? Самый большой 1300. Давай, ладно. Ты серьезно? А что? Все, ладно, выйду. Ей подарили гуся, она еще и дерется. Ты что такой милый? Какой милый? Я не милый, я злой. А у вас перчаток нет случайно? Давай трусы мне белые купим, чтобы я не позволила с черными. На пару перчаток. Но ты не будешь, некрасиво будет, если будут такие перчатки. Давай красные перчатки мне возьмем. Простите, пожалуйста, есть у вас перчатки, но мужские? А вот эти. Опа. Давай, давай возьмем. Все, давайте, а то у нас времени нет. Возьмите. ЗАГС, да? Да, да, да. Мне сегодня столько комплиментов сделали. Реально. Мне все говорят, бро, держи ее крепче, иначе заберем. И заберут же. Украдут, увезут. Продадут же. А где Нет? Ладно, у нас там папарацци. О, холодно, зачем же мы вышли? Янгер! Going try your luck, test me in again, we let it rain. Please don't start us up, got that black and white, that yin and yang. Mr. Officer, please don't search us, we don't got a thing. Tell her park it up, then that be poking out them jeans. I've been sparking up, like the fireworks, I keep the... Час прошел, наши ребята вернулись и уже в свадебных костюмах. Чувствую себя даже как-то неловко. Сложно вообще было собрать этот лук? Очень. Честно, реально. Мужскую половину было собрать сложнее. Ну, слушай, нам было сложно по деньгам. Прям по деньгам прям сложно было. Самую главную фишку расскажи лучше ты. С платьем что было еще там? Когда? Ну, подожди. А что было? Когда мы пришли, у меня муж бедный там. Я, короче, говорю, ребята, у меня через полчаса свадьба, у меня муж бедный. Они такие, ладно, ну началось, ну на, бедная девочка. У меня самый шок, это, конечно, Сабина, потому что привык увидеть в спортивках. И тут такой смотришь, а ты реально девочка? Сейчас начнется самое интересное, ведь мы пойдем спрашивать людей и 10 рандомных каких-то покупателей, не знаю, продавцов на этом рынке. Предлагаю далеко не отходить, смотрите, вот, здравствуйте, подскажете нам? Мы для первого канала снимаем. Нравится свадьба? Смотрите, был час, был ограниченный бюджет, и они собрали вот такой вот образ на свою свадьбу. Сейчас за кого проголосуете, он получит голос, ну и получается, может забрать денежный приз. От вас многое зависит. Кто более элегантный? Нет, кто вам просто нравится и все. Да? Оба. Не, ну надо один, надо один. Вы? Так, хорошо. Первый балл. Что тебе больше нравится? Какая пара вам больше нравится? Ну, одну, просто пальцем. Кто тебе сейчас понравился? От кого вот эти вот? Вы? Так, один. За кого вы сейчас проголосуете, те могут отправиться в свадебное путешествие. Вот и... да, вопрос, кто элегантнее выглядит, по вашему мнению? Не элегантнее, просто кто вам больше нравится? Говорят оба, надо одну вот.
Хорошо, 2-1, спасибо вам. Так, интрига накаляется прям. Мы для Первого канала снимаем социальный эксперимент. И вот получается... Мне нравится, как это девушка очень красиво. Значит, мы... Значит, за нас голосуете. Нет, тебя. Надо пара, надо пара. Давай так сделаем, да? Поменять его просто, да, чтобы... Нет, ну вот, вот, надо их выбрать. За него! Я человек не публичный, я в эти игры не играю. Да мы же вас просто спросили, мы же не это. Ладно, это как мы, как мафиози, к какому-то подошли только что. Вы, хорошо, 3-2. От вашего голоса многое зависит, реально. Да? Да. Так, это красивее. Давайте вот так. Хорошо. Ребят, 3-3. Спасибо. Очень, очень красиво. Аслан, Аня, Сабина, Никита. Никита и Сабина. 4-3. Современная свадьба, да? Вот они оделись, да? Чей лук вам больше нравится? Ну, как они выглядят? По одежде. Ну, ты так хотел проголосовать. Голосуй. А вот так. А ты бы еще вот так. Кто? Кто? За вас? Да. А как? А он еще за нас, получается. А он за нас. Ну, хорошо. Сабина же, да? Да. Получается... Подожди, а то нечестно. Он знает тебя. Ты подписан? Так себе. Я так себе знаю. А извините, а можете нам подсказать? Можете? Мы для Первого канала снимаем, какая свадьба красиво выглядит. Они? Да! Ребята, последний голос сейчас будет, последний. Решающий голос за вами. Кто из них лучше собрался на свадьбу? На свою свадьбу. Это жених, это невеста, это невеста, это жених. Ну тут видно жених хотя бы. А тут? А вы просто отдайте голос. Просто отдайте голос, за кого вы отдаете? Вот они в ресторан, а мы на свадьбу. Тут хотя бы видно. За них отдаете? Да. Это впервые такое, что вы понимали. Обычно кто-то с большим отрывом выигрывает. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И пишите в комментариях, кто по вашему мнению выиграл. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на социальные сети, ребята, они будут в комментариях. И обязательно пишите в комментариях, кто победил по вашему мнению. Набираем 40 тысяч лайков, и мы, ну, может, сыграем вашу свадьбу где-нибудь. Всем спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Всем пока. Пока-пока.